Журналисты и гражданские активисты Азербайджана сегодня, 19 августа, провели акцию в поддержку арестованной журналистки Хадиджи Исмайловой. Акция прошла возле здания Бакинского суда по тяжким преступлениям, где в это время начиналось очередное заседание по делу журналистки. Сегодня мы, коллеги и друзья Хадиджи, организовали эту акцию, чтобы потребовать ее освобождения. Мы призываем власти Азербайджана положить конец войне против гражданского общества. Требуем освободить правозащитников, политических заключенных. Хадиджа всего лишь журналист. Мы требуем ее освобождения. Гражданское общество не имеет ни полиции, ни силовых структур. Мы ни с кем не воюем. Мы просто хотим, чтобы в стране была демократия. Мы будем добиваться этого и впредь, исключительно мирными средствами. Хадиджи азатлы!